мой проект состоит в том, чтобы тестовая группа людей присылала мне лично по договоренности свою геопозицию в реальный момент времени. И я могла отследить, где и в этот момент времени находится человек, который на этот опыт пошел сам. И его местоположение можно отследить уже в виртуальном мире, надев эти 3D-очки, и подойти к нему лично, увидеть его лицо. И вообще, возможно, в дальнейшем доработка, когда этот человек уже в реальном мире будет знать, что сейчас в виртуальном за ним кто-то следит. Придет смс, например, что человек подошел близко и знает теперь, где находится этот человек.